дружную компанию. Но правда, она уже... То есть она дочь известного другого демосценера Хантера. Так, следующая работа называется «Трафик». «Трафик», сделанный вот этими Quiz и Dronimal. Dronimal. Наверное, это два разных человека. Очевидно. Да, так. Это у нас «Трафик». Запускаем. Работа достаточно масштабная. Специально для Chaos Construction и Geek Party. Со звуком, прошу заметить, первая работа со звуком. Наша цель достичь максимальных очков. И очки зависят на то, с какой скоростью едут машины в нашем городе. Мы можем управлять светофорами. Сейчас они все работают в автоматическом режиме, эти светофоры. Так, вот сейчас попробуем управлять, но тут фишка, что можно таскать карту, и город действительно довольно большой и масштабный. Вот. Как вы видите, вон тут развязки целые, что-то вроде кольцевой, Невский проспект тут у нас есть. Вот переключая светофоры, мы можем способствовать разблокированию пробок. А светофоры переключаются очень реалистично через желтый свет. Да, можно попробовать включить свет светофора и посмотреть, что будет. Давайте попробуем. Ну, видимо, все остановится, потому что как же они поедут все вместе. Немножко не хватает аварий в этой игре, но тут уж мы не будем критиковать. Действительно, да, все-таки всего 24 часа. Кто чего успел. Вот, ну видите, пробки нарастают, немножко у нас скорость падает, 20 км в час, еще проехать можно. Вот, но замысел действительно явно имеет большой потенциал, и если эту игру чуть довести, она может быть хорошим хитом на Стиме. Вот. Ну что ж, перейдем к следующей работе.